писал Александр Блок, тоской, страстью обнявиться идет безумие любви. Вот, предположим, есть у человека семья, дом, одной девочке 13, а другой 7, и все замечательно, и муж замечательный человек, ведь браки, как говорят, совершаются на небесах, и этот брак тоже. Девочки пошли в школу, а вы не заметили, как они выросли, потому что жили счастливо. Но вдруг что-то случается, и почему, откуда, никто не знает. Любовь? Да, это то болезненное состояние, та психическая навязчивая идея, когда ты думаешь только об одном, о нем. Всюду он, и только все остальное лишь отвлечение, досады, и ты высматриваешь, ждешь увидеть. Только увидеть больше ничего, иначе сойдешь с ума! Любовь — это колдовство. Это та близость, когда вот так, когда положишь руку человеку на плечо, возьмешь за руку и все. Понимаешь, что это твое, навсегда твое, что бы там ни было. Влюбленность и любовь, страсть и любовь, они похожи, но они совсем разные. Влюбленность — это прекрасно, тут и ликование, и счастье, и тревога, и страх потерять человека, потерять все, и тысячи комплексов, изнуряющая мысль, как быть, что делать. Ты говоришь невероятные слова, которых ты никому не говорила, и тебе говорят такие же слова, и ты веришь, сразу веришь, что он никогда такого не говорил. Да, хочется увидеть, увидеть больше ничего, проверить, проверить, убедиться, опять испытать то, что было. Где ты? Где ты? И ты перестаешь есть, спать, ты ничего не слышишь. Ты как стрела, тетива спущена, и ты летишь. В этом есть ощущение удара, катастрофы. Была жизнь, шли трамваи, ты пил чай, и вдруг бомба, разрыв, все снесено взрывной волной. Это как поезд метро, который врывается на метромост. Все дремали, качались, читали газеты, и тут бац, солнце, небо, река блестит. Да, понятно? Любовь — это когда человек пытается осчастливить другого. Он говорит: давай заведем сына. Да, говоришь ты без запинки, потому что тебе ясно, что сын у тебя может быть только от него. Любовь — это когда ничего не стыдно и ничего не страшно. Когда не подведут и не предадут, когда верят. Когда хотят быть лучше и жить чище. Вот когда говорят: что ж ты такая сякая, опоздала на 10 минут. Это не любовь. Любовь — это когда ждут без конца и час, и год, и вечность, потому что точно знают и верят, что человек все равно придет. Придет, идет, идет. Конечно, правильно, правильно. Любовь надо решить зародыши, а? Конечно, все это романтика. Да, но, может, и влюбился бы до времени, нет? Да, со временем кошмар. Между прочим, еще Наполеон говорил, на женщин они более получаса. А на мужчины 15 минут много. Ну уж, 15 может уделить. Почему с нее не брать пример? У меня по Красному Кресту знаешь, сколько доноров среди молодежи? Я 11 лет работаю, а такой сознательности, как у вас... Ну да, конечно. Не конечно, а говорю тебе, что есть. И, по-моему, вас воспитывали как надо. Ну, папа, что был? Кавалерист, гусар. Мама, что ты начинаешь гусар, гусар? Дмитрий всего 2 месяца служил в кавалерии. Я его не осуждаю. Он был цельный человек и поступил честно. Ага, честно. С 2 детьми тебя на руках оставил. Когда ж тебя жизнь-то чему научит? Не надо об этом. И жизнь тут ни при чем. Сейчас всем дано все. У нас не было таких возможностей, как у них. Мама, я старалась, я работала и росла. Я без образования, она мне целое отделение общества. И, слава богу, все уважают. А их прямо влечет это накипь, это мода. Да, маникюрчик — это того. Правильно англичане говорят. Самое трудное — быть немодным. Самое трудное — дурами не быть. Еще Александр Сергеевич Пушкин говорил, что важно Лондону, то рано для Москвы. Надо Славке продать. Что важно Лондону? Продать? Жаргончик. Сейчас не учителя детей языку учат, а дети учителей — жаргону. Мамуля, 20 век. Весь мир перевернулся. Крутится вот такое колесо. Тебе всю жизнь хочется идеальных, возвышенных отношений, но их нет.
Это вам не салонная пьеса. Ах, графиня, я вас живу зем. Баба, а в твое время когда замуж выходили? По-разному выходили. Ты меня с 19 веком не... Вы чего все заладили? 20 век, 20 век. Да не от века все зависит, а от человека. Пусть у других как угодно, а с моей дочерью такого не будет. Ну а в чем дело? Разве есть симптомы? Будут симптомы, будет поздно. Нет, не будет. Ее надо привести в чувство. Иначе она изголодается, будет плодить нищих. Мама, я тебя умоляю, кто сейчас голодает? Какие нищие? Ну правда, нищие-то давно не ходят. Послушайте, весь сыр-бор из-за того, что они просто шли в обнимку? Сейчас все так ходят, скажи спасибо, что не лежат. Мне нет дела до всех. Все будут биться головой о стену, и вы тоже? А ты бы, между прочим, как старшая сестра, могла поговорить с ней и помочь мне. Угу. У тебя никаких обязанностей в доме нет, ты живешь как трава. 20 век, 20 век. Раньше, знаете ли, все на войну списывали, а теперь на 20 век. Давайте мы еще скажем, а раз живем, вдруг бомба, если война... Она научит-то по лондонскому. Мама, а ты бы ей тоже поменьше потакала. А то сейчас у тебя-то одно, а потом Аленька, Аленька, жалко Аленьку. Пусть хоть весь мир развалится от грязи, но моя дочь будет чиста, как Афродита. Афродита? Привет. Молчи лучше. Ты не сравнивай. Женя взрослый человек. Будет тебе 27, слова никто не скажет. Живи, как знаешь. Слава-то свистун. Чего говорить? Правильно, свистун. От мужа нечего было уходить. Бабуля, этот муж объелся груш. Тебе надо было идти и иди. А ты сиди и слушай. Я все поняла. Аля, ну ты же у меня не глупая девочка. Ты пойми, что из-за этой дурацкой ошибки ты можешь покалечить себе всю жизнь. Но никто не собирается калечить. Олег, ты послушай, ну ты же знаешь, что отношения — это одно, парни, но ведь муж.
Это на всю жизнь. Муж — это опора, семья. Ну, это проза. А любовь? А чувства? Любовь приходит и уходит, а муж остается. Что вы пристали ко мне с этой вашей любовью? Любовь — это редкость, как красота или талант. А вы все принимаете за любовь что-то совсем не то. Просто что-то неприличное есть и неприятное в том, что такие вот еще дети. Мальчики, девочки. По Фрейду самых пылких чувств хватает года на 4, не больше. Сначала жизнь устрой, а потом и люби себе. Аля, я понимаю, что девочка еще может 18 лет выйти замуж, но мальчик... Хватит, я не маленькая, муж, замуж, такой, не такой. Никто вам ничего не говорит. А у любви... Любовь, она не лотерея. Любовь — это любовь. У кого есть душа, того она не минует. Это уже его влияние. Ну, если он мне нравится, что мне его к черту послать? Почему? Почему? Я не понимаю, чего вы от меня хотите? Какого фига? Ты выражение выбирай. Запроводница сына выйдет, вообще нас по матушке будет посылать. Запроводница. Тебе-то, бабушка, как не стыдно? Что выбирать? А ты? Как это называется? Кто сам делает, а других осуждает? Всех разом обкусала. Ханша это называется. Ну, ты вообще... Почему всегда говорят, кончились и тут? Чтобы дипломы были, а любви уже не было? Аля, да ты не знаешь, что такое жизнь, что он может тебе дать. Вся ваша распрекрасная любовь разлетится в прах, когда нечего будет есть и некуда голову приклонить. Почему он мне должен что-то давать? Он, например, вечно на кухне, на табуреточке занимается. У нас 3 комнаты, и мы могли что? Бы... Что? Его... Что это мы, милая, с тобой так долго говорили? Ты бы раскрывала свои карты сразу. Хочу, мол, к вам в дом привезти зятя. Ты говоришь комнату, а я... Ничего не говорю. Ты говоришь комнату. Мы тебе так прямо и ответим, ты не надейся. И мальчику своему хитренькому передай, что не выйдет. Этого не будет. Да? Чего ж тут оскорбляться? Только ты это как себе интересно представляешь? Ты женила, что ли, с вами? Или, может, моего вон к бабушке? Или, может, меня к бабушке? Я уж, может, и права на свой угол в доме не имею. Да что уж, нам уж пора на кладбище, а им место освободить. Да бросьте вы, ребята, ей ведь еще заниматься. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Вы можете называть меня отсталой, несовременной, но я мать, я хочу добра своему ребенку. А любовь это, Аля, мы знаем, ты вон на сестру свою посмотри. Тоже вечно вся в тумане и не видишь, что с ней делается, мы знаем, слава богу. Аля, ты девочка, а ты первоцвет. У нас опыт, долгий и горький опыт. Вся эта ваша любовь рассеивается. Остаются лишь больничные стены. Обшарпанный потолок, пустота и отвращение. А потом вы бежите к матери, и если еще остались слезы, вы рыдаете, зачем ты мне позволила? Почему ты меня не остановила, мама? Вот чем кончается вся ваша любовь. Ты голову потеряла. Я тебе ее найду, и я ее надену на место, потому что я тебя люблю, и не меньше твоего мальчика. Тебе ясно? Да. А вот аудиенция окончена? Пусть так. Видеться ты с ним больше не будешь. Ваши эти обнимочки кончатся. Этого не будет. Нет, будет. Все? Иди. Спасибо за внимание. Мама, ты поняла? Давно поняла, у дела спросила. Что нам делать? Ну, ты уж больно круто. Все такие, ты такая была. Ты сейчас, пожалуйста, не вдумывай. Мама, я всю жизнь работаю. Я тоже влюблялась, и мы тоже встречались, но это все было иначе. У этих все вверх тормашками, и все на показ. И зачем это все? Одна себе все искалечила, а теперь другая? Ну то-то что, запрещать, я думаю, еще хуже будет. Им что, постель постелить и комнату отдать? Ну а вдруг любовь? Если бы была любовь, я бы не стала ежовые рукавицы надевать. Любовь, а не дети, еще! Да какие дети? Вот Женя правильно говорит, они рано развиваются. Они все современные, ты почитай, больше половины населения молодежь. Ты туда же? Все эти разговоры про то, что молодежь, мол, права, а другие нет, это все ерунда, мама. Молодежь не свое берет, свое-то им откуда, его еще нажить надо. Вот они наши берут, а сами думают, что это они придумали. Как будто мы им плохого хотим.
что нам делать? Ждать. Ждать? Нет. Валя! Валь! Валь, ну на два слова! Чего ты, волчица, ты глядишь? Я, между прочим, пыталась им объяснить, но... Что ты молчишь? Ты хотела говорить, я слушаю. Зря ты так. Плохого тебе никто не хочет. Я тоже. Если бы ты могла заглянуть на 10 лет вперед. Все крепки задним умом. Что? Все крепки задним умом. Старое идиоматическое выражение. Да я не собираюсь читать тебе мораль, но... Я надеюсь. Да просто... Валь, просто один пример из жизни. Не помнишь, случайно был у меня такой знакомый Анатолий? Знакомый? Ты из-за него рыдала и из дома уходила. Мать тебе пощечину давала из-за него один раз. Пощечины? Нет, мать, не могла, ты что? Не могла. Знаешь, я ненавижу эту манеру в нашем доме. У нас не может быть ничего неприличного. Слушай, мы тогда дико ссорились, да, ну, пощечины. Ой, да ладно. Возможно. А ты, значит, помнишь про Анатолия? Вот не думала. Не думала? Ты бы со мной поговорила хоть раз. Я не то что помню, я знаю. Что ты можешь знать? Ладно. Что ты хотела сказать? Да просто... Просто я тоже была влюблена, без ума, без памяти. И из дому действительно убегала, но... Но потом все прошло, да? Да не злись, Валь. Толик Овчинников. Какой мальчик был. Высокий. В белом свитере, синеглазый. Наша географичка еще была в него влюблена, я не говорю уж о девчонках. Ты с Игорем разошлась, потому что Толика продолжала любить. Одного любила, а вышла за другого. Это называется брак по-русски. Когда-нибудь я тебе расскажу. Да не надо. Я что хочу сказать. Встретились мы как-то случайно в прошлом году. Гляжу за лысиной, глаза выцвели, катает колясочку, второй ребенок. Господи, думаю, в этого человека я была влюблена, сходила с ума. Я все поняла, не стоит. Что ты поняла? Любовь. Станешь женщиной, тогда поймешь. Ты знаешь, что можно провести с человеком один вечер, одну ночь и проиграть всю эту симфонию за полсуток? Мы живем слишком плотно в слишком плотном времени. Все обострено, все под давлением, мы не умеем ничего проживать, понимаешь? Раньше, когда у людей было горе, они долго носили траур и проживали это горе. А когда женились, то ехали в медовый месяц, устраивали свадебное путешествие. А теперь, когда человек прибегает на полчаса с работы, чтобы похоронить друга или расписаться с невестой, а такси его уже ждет, он мчится еще куда-то. И когда дверца захлопывается, он уже не помнит ни о похоронах, ни о невесте. Чужого путь все равно никогда никого не убеждал. Да ты не знаешь, как встречается мужчина с женщиной где-нибудь на полчаса в чужой комнате с чужими фотографиями, с телефоном в коридоре, в которой в это самое время соседи говорят про говядину. Не надо, не хочу про говядину. Да почему? Это тоже любовь. Ты ждешь его, как собака, запертая в комнате. Ходишь с ним по детскому миру, выбираешь подарки его детям. Провожаешь его домой, когда он в это самое время спешит к жене. Ты терпишь его холодность, усталость. Ты знаешь, прекрасно знаешь, что в конце концов ты останешься одна. И лучше это просто один вечер, одна ночь. Тогда, по крайней мере, сохранится очарование, воспоминания о тумане, о котором говорила мать. Не будет боли и страдания. Ладно, что это я тебе говорю? Это действительно нужно пережить, чтобы понять. Что ты смотришь на меня так жалостно? Пожалей лучше себя, а я пойду. Любовь не машина. Любовь — это машина. Салют. Семью, частную собственность, и ты придешь? Да, ты лучше расскажи, что у тебя было. А я приказываю, рассказывай. Да ну, да ну, я тебе тоже уже научилась этому да ну. А я у тебя вот так делаю. А я у тебя вот так. Мы с тобой все-таки жутко глупые. Дети. Вокруг нас опасности, а мы... Дрянь! Пожалуйста,
уходи! Нет, ты пошел вон отсюда! Нет, хватит! Ушел! Пожалуйста, уходи, нет! Ты знаешь, что из-за тебя бабушке плохо дома? Это неправда! Это правда! Маленькая девочка моя, господи, ты всегда так бедненькая. Что с тобой? Вы меня обманули. Зачем вы меня обманули? Чего же обманули? Правда, плохо было, очень, Аля. Вы меня обманули, как вы меня обманули? Ставьте вы хоть сейчас ее в покое. Да ладно, на, оставлялись уже бедненькие, Аля. Вот. Тебе чайку, да, надо чайку? Уйди, бабушка, не трогай меня. Мама, уйди, пожалуйста. Уйди, сделай ей чаю. Аля, ты прости меня, Аля. Я же тебя пальцем ни разу в жизни... Мама, не надо. Аля, пожалуйста. Господи, ты же знаешь, я тебя... Аля, ты меня прощаешь. Боже, это ты прости меня. Стой, за что же? Я, бабушка, с Женей, мы тебе всегда все поймем, и мы все простим. Ты только будь с нами и будь умницей, не отдаляйся от нас. Ты же моя девочка. Мама, хватит. Али, рученьки мои, ты же у меня еще... Ты еще глупенькая. И все это все нервное. А я возьму тебе путевку в лучший санаторий. Ты отдохнешь, это все пройдет, обещаю. Не надо мне ничего. Али, пожалуйста, в жизни все делается не так, если уж оно на то пошло. Мама, что ты говоришь? Сядь, пожалуйста. Али, сядь. Зачем это все на показ? Зачем это все? Аля, ты же знаешь, у меня после того, как ушел ваш отец, в моей жизни был человек, который... Прошу еще... тебя! Даже если это любовь, то это все пройдет. Тебе самой потом станет стыдно. Мама! Мама, пожалуйста! Да, помоги, Галенька! Не трогайте меня, Аля. Вы не понимаете, меня больше нет с вами. Осталась одна оболочка, меня как будто наполнила и прорвется сейчас. Зачем вы меня обманули? Зачем вы меня вернули? Зачем я вам? Аля, ты наша девочка, наша. Пока вас обманывали, все было хорошо, и ложь вас устраивала. От правды вам страшно, я не хочу врать, я не буду. Я не понимаю, почему я вообще должна врать. По-вашему, никакой любви нет, и надо просто устраиваться. Устроиться, муж, не муж. А если я умереть из-за него готова? Любовь это или что? Любовь, пожалуйста, Аля, успокойся. Не трогайте. Валя, Валя, я ухожу! Трогай ее, оставьте, пожалуйста! Женя! Нет, так же они и мне шептали, устраивали путевочки, чтобы я не ушла по себе к Анатолику или еще куда. А на столиком все серьезно было. А ты... Ты же вечно занятая на работе. Бабушка еще хоть что-то знала или догадывалась, а ты? Да ты замечала нас только тогда, когда у нас что-то случалось, у нас, у ваших девочек. Конечно, они такие умные, они музыкальную кончили, они английский знают, и с ними ничего такого быть не может. А было? Было, ты знаешь, что Игорь меня бросил, а не я его, как принято говорить у нас в доме. Да он! За то, что не любила его, за то, что к Толику еще потом 2 года бегала. Он был порядочный человек, Игорь, а я брала ему и мучила. Прекрати, замолчи, Аля, да не слушай. Слушай, Аля, я наперед тебе могу сказать, что будет, если ты не уйдешь. Ты будешь сходиться, расходиться, чего-то искать. Но в один прекрасный момент ты повернется и скажет, мы с тобой не рассчитались, ты мне должна платить по счету. Боже мой, меня же растлили ложи, я ведь хорошая девочка была и хорошего парня любила. А ты, и ты, бабушка, всю жизнь у нас каких-то гимназисток делали. Будто бы гимназистка святые были. Могу больше. Аля, люби и рожай, живи своим умом. Они нас с тобой врагами сделали. Ничего, я тоже еще соберусь, ничего. Я знала, Жень. Я это знала. Не дрожи. А паспорт твой на всякий случай у меня. Надо будет, возьмешь. И прошу, ко мне не входить! Аля, ты иди. Ты иди, Аля. Ты чего теперь стоишь-то, скажи мне? Ты, пожалуйста, все идите, вы отблагодарили родную мать, родной дом. Всю жизнь вам отдают от всего, ради вас отказываются, а вы... Ты же у нас Анна Каренина, у тебя же любовь, скатертью дорога. Аля, я, может, освобожусь, я, может, для себя немного поживу, я тоже человек, я тоже женщина.
Я просто не хочу, чтобы у вас было так же, как и у меня. Как у многих других женщин. Если бы ты только знала, что это такое всю жизнь, Аля. Всю жизнь быть одной. А ты иди. Тебя теперь никто не держит. Куда? Куда ей идти-то, Аля? Она куда хочет? Мне до нее теперь нет дела. В чем не виноват? Это не твоя вина. Пойдем со мной. Не могу я ее добивать. Валя. Ну что, я каменная, что ли? Конечно. Правильно. Любовь надо тушить зародышем. Конечно, все это романтика.